Всем привет! Как обещала, показываю, как я разместила свои орхидейки теперь на подоконнике. Это те, которые упали, и никто не виноват. Вот так они у меня теперь стоят. Вот эту я поставила с цветоносиком вот сюда, на полочку. Отсюда убрала вот этот чудный цветочек, который у меня стоял вот тут на полке. У меня там, конечно, есть еще одна полочка, но там у меня все время шторки закрыты. Я, когда надолго ухожу из дома, я все-таки немножечко притеняю, прикрываю, потому что у нас такая погода. Утром уходишь пасмурно, приходишь, все сгорело на солнце. Поэтому как бы мне не хотелось все свое окно вот так вот завесить, можно сказать, до самого верху, чтобы цветы не горели. Поэтому я как бы вот шторкой, жалюзями как бы контролирую, соответственно. Но когда меня нету, значит, и я уехала на дачу, конечно, я опускаю вот до этого места все шторки. Но они у меня сами по себе не темные, светлые. Свет, конечно, какой-то проходит, но все равно орхидеям как бы это маловато, я думаю, будет. Поэтому вот я наверх туда не ставлю. Там у меня гипиаструмы там детки стоят, какие-то там две фиалки. Вот. А орхидеи вот сюда пониже. Ну и сюда, соответственно, тоже. Здесь же у меня есть подсветка. Конечно, могу включить подсветку. Но опять же, это у меня без таймера подсветка. Такая ручная. Вот когда пасмурно, я включаю. Ну, это когда дома, да, я. А когда меня нет, это, конечно, уже дело такое. Вот. А стол собран теперь у меня. И здесь на столе вот стоят орхидейки, которые с лестницы. И одна реанимашечка, которая у меня без грунта. Ну, собственно, пока что все влезло. Там дальше стоят мои другие цветочки. Ну, глоксинии они скоро уже, можно сказать, осень. Я уже хочу их скорее уже, как говорится, сопроводить в сон. В этом году все, что было более-менее приличное, уже продано. Остались тут у меня какие-то остатки. То, что не купили, и те сорта, которые я там пытаюсь вырастить уже себе из листиков. Но это как бы ладно. Две розы у меня тут что-то вообще размахались. Прямо кошмар. Завела себе вот эти растения. Теперь думаю, нафига они мне? Нафига козе баян? Такие огромные. Вот, конечно, они занимают кучу места. У меня такие какие-то зреют планы в голове. Думаю, может быть, потом переставлю их к сыну в комнату на подоконник. Он, конечно, жутко против. Но мне что-то как-то выхода нет никакого. Потому что они что-то больно разрастаются. Хоть я сторонник, как говорится, формировать и обстригать. В прошлом году я вот так вот чик везде сделала, и у меня был хорошенький такой кустик. Ну, в этом году он не зацвел, хочу вам сказать, оранжевыми цветами. Не знаю, может, еще зацветет, но пока что не хочет зацветать, а только вот делает мне такой рост огромный веток, что я уже на грани, чтобы снова его подстричь. Даже не знаю, наверное, подстригу нафиг. Вот, о чем это я. Вообще-то я об орхидеях вам рассказываю. Вот, наверное, вот это вот все-таки я думала, что она не пострадала, когда падала, но она сломала лист. Я сейчас только что увидела, когда стала что-то тут все равнять. Смотрю, лист сломан. Я склоняюсь к тому, чтобы отрезать ей эти листья. Ну так, напополам, чтобы они, во-первых, они висят такие огромные. Наверное, много забирает у нее сил все-таки. Вот.
Корни у нее же хорошие нарастили. Будем с вами ее сажать. Вот, что еще хотела сказать. Хожу тут, понимаете, там рассматриваю свои орхидейки, рассматриваю. И вот мне не дает покоя моя деточка. Это, если кто помнит, я покупала орхидейку в оценке, а там была, короче, еще детка у нее. На детке детка. А, я думала, что не детка, стала ее, ну, вот это вот лист от детки. А потом на этой детке выросла еще детка. В общем, внучка, короче. Вот эта внучка. Вот ее два корня уже такие очень большие. Как-то уже не дают мне покоя, что они растут все-таки. Потом мне будет тяжело справиться, чтобы запихать их в какую-то емкость, чтобы не сломать. Вот, и, короче говоря, я тут уже вот взяла ножницы, уже взяла вон пинцетик. Уже вот вытащила пенстекло и уже ковыряла тут уже без вас. Стала ковырять, потом думаю, надо вам, конечно, показать с одной-то стороны. А с другой стороны, ну, у меня нет третьей руки, я подумала. И штатив, то есть даже не штатив, а селфи-палку я в зубах держать тоже не умею. Думаю, как же мне это вам показать-то? Как я буду... Вот эту операцию проделают. Наверное, все-таки вы это не увидите. Я просто вам расскажу. Я тут уже надрезала. Так, хоть бы только фокус не пропал. В общем, эта детка, она проросла как будто бы сквозь лист. И как будто этот лист от старой деточки надо убрать, чтобы как будто эти, ну, вот эти корни, да, они вот так идут. В общем, этот лист надо убрать. Вот. Потом я это все вытащу, эту конструкцию, и посажу уже нормально, потому что она, видите, как хочется ей придать вообще какую-то... В общем, не знаю, как у меня это получится, но пока что я намерена отрезать лист. Я его уже надрезала, он уже болтается. Вот. Но одной рукой мне это не сделать. Я, короче, потом, когда отрежу, уже потом вам покажу. Ой! Господи, падает все. Вот тут надо надрезать будет и его снять. Вот. И уже как-то я буду думать, как посадить эту детку. Потому что она уже тут сколько сидит. Сейчас скажу, с января месяца эта оценка из Оби была. Да. И, соответственно, тут уже, видите, что-то я тогда посадила в личу зупон. Ну, внизу у меня зачем-то. Уже не помню, зачем я это сделала. Глупость эту. И вот у меня все зеленое. Все зеленое. Хочу, короче, вынуть по-любому. Вот. Насчет старых корней не знаю. Возможно, они останутся. Но посмотрю, как будет. Может быть, эта детка она возьмет и отделится со своими корнями. А может и нет. Не знаю. Пока, короче, только лист сниму. Там дальше видно будет, что я буду делать. Вот, потом еще хотела вам показать тоже. Ну, так рассматриваю уже, подхожу, думаю, что это такое, мне не могу понять. Растет на этой бедной реанимашечке. Ой, не знаю, видно вам, не видно. Сейчас постараюсь. Так. Как-нибудь, чтобы вы увидели, приблизить. О, пимпочку видите? Но это я вам увеличила, да нельзя. А вообще она милипиздрическая, простите за мой французский. Она очень маленькая, очень. Вот даже вот так ее не видно, вам не видно. Это надо одеть очки мои и подойти. С линзами, тогда я увидела в очках, вон она там. На корень что-то как-то с первого взгляда не похоже. Ну, я так уже, знаете, положа руку на сердце, даже не подозреваю, что это может быть какой-то цветонос. Вряд ли, вряд ли. Хотя это у нас оценка не написано, что это мини или что. Уже не помню. Оценка номер 3. Блин. Не знаю, надо смотреть, архив поднимать.
Что было за орхидейка? Ну, может, конечно, корень. Но какой-то он тонкий больно. Больше как-то вот на цветонос похоже. Короче, будем наблюдать за процессом. Я уже и к лампе, и так, и сяк. И прямо вот уже, не знаю, взяла телефон, сфотографировала, увеличила. Непонятно. Непонятно, что это. Но что-то растет. В общем, короче говоря, будем надеяться на лучшее. В моем понимании лучше – это корень все-таки. В данной ситуации нам лучше бы корень. Сюда цветонос вообще никак. Вообще никак не вписывается она. Хоть она уже, как говорится, хорошо тут уже. Вон у нее растут корешочки. Вон, растут. Но все равно как бы цветонос отнимет много сил. Вот так вот. Так, ну что тут у нас? Тут у нас все по-прежнему. Недавно показывала. Все хорошо. Это моя стоит. Мизерная. Такая она прямо малюсенькая. Ну, представляете, да? Какая она маленькая. Ой. Прямо. На дачу поеду, брать не буду ее с собой. Потому что поеду на 2 дня. На выходные. Думаю, что она прекрасно здесь обойдется без меня. Я ей воды вон туда налью. И она у меня висит как бы над водой. Ну, там керамзит на дне. Так что нормально. Переживет. Вот. Ну, вот, собственно, все, что я хотела вам поведать в этом коротком видео. И, значит, следующее видео, я надеюсь, что все-таки я сейчас сосредоточусь и посажу вот эту орхидейку. Первый пошел, как говорится, орхидея с лестницы. Вот, а эти две с лестницы пока еще сажать не будем. Так, что я вам хотела показать. Ну, тут корень у нее, видите? То есть все хорошо, процесс пошел. Старые корни, конечно, я буду от них избавляться. Они никакущие. Так, тут что? Тут тоже у нас, не помню, была она сломана или сломалась. Сейчас уже доломалась, так сказать. Здесь тоже. Так, фокус, фокус. Вот нет третьей руки, чтобы поправить. Вот оно само поправилось. Видите корень, да? То есть тоже хорошо. Сейчас эти корешочки. Ну, насчет вот этих вот белых не знаю. Они, в принципе, неплохие. Вот этот мне не очень нравится, корень зеленый, который, видите, он вот то зеленый, то не зеленый. Хотя в воде был. То есть он плохой корень. Плохое слово хотела сказать. Вот. Ну, а вот будем наращивать. Как нарастут они, типа вот таких вот. Типа вот таких шикарных корешочков, так сразу будем тоже их сажать. Ой-ой-ой, не сломать бы. В общем, вот. Вот такие новости с полей. Все замечательно. Все, всем спасибо за внимание, всем пока.